Так. Відрекомендуйте. Мене звати Сергій Ключук, команда «Поверхність ТВ». Охарактеризуйте, будь ласка, гру. Ну, сьогодні наша команда, я вважаю, показала дуже хороший футбол. На самом деле, первые полутайма первого прошли на высоком уровне. Они играли очень, наша команда играла очень красивый футбол. Чуть-чуть расслабились потом, но все-таки мы результат получили тот, который хотели. Выиграли, хороший, сильный соперник. Первый раз команда играет, но они показали тоже довольно неплохую игру. Я думаю, они еще покажут себя в этом турнире. Слабкі сторони вашої гри ви побачили сьогодні? Звісно. У нас... Які саме? Ну, я не буду це говорити в камеру, щоб, може, соперники наші... Ну... не увидели и не узнали, какие у нас есть стороны слабые, но также у нас, могу сказать, что много чего еще не доработано в команде, и мы будем стараться с каждой игрой показывать все лучше и лучше результат. Спасибо.